Друзья, что-то странное творится с нашим сайтом. Вот на электронку пришло оповещение, что личное сообщение пришло мне. Вот я кликаю по ссылке, открывается вот такое сообщение: ошибка при установлении защищенного соединения. При соединении с РТ-21 произошла ошибка. Вот такая вот. Страница, которую вы пытаетесь посмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена. Пожалуйста, свяжитесь с владельцем веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме. Давайте подробнее нажмем. Так, ну это суппорт Mozilla Firefox. Огненные леса не хочет почему-то. Так, когда Firefox соединяется с защищенным веб-сайтом, URL начинается HTTPS, а у нас HTTP начинается. Не знаю, почему так ведет себя. Вот рекомендация: связаться с владельцем сайта и попросить исправить сертификат. Щелкнуть «Вернуться назад» рекомендовано. Посетить другой сайт. Интересно. После просмотра... Интересно. Ладно, сейчас обратимся.